Вот если бы спросили меня сейчас и сказали бы мне, вот ты 16-й год занимаешься сетевым бизнесом, это дело тебя кормит, ты ничем больше не занимаешься. Наверное, за 16 лет какой-то ты приобрел опыт, наработал какие-то секреты, какое-то понимание. Вот скажи мне, Олег Григорьевич, какое самое важное, одно единственное слово ты бы сказал, если бы тебя спросили, что определяет успех в бизнесе? Что для тебя было решающим? Как надо действовать? В чем секрет? Какие рычаги надо включить, чтобы начать преуспевать в этом деле и добиться успеха? Вот с чего бы начал? Какое первое, главное понимание должно быть в голове у человека, который приступает к этому бизнесу? Или который долго бьется над ним, чтобы развить, построить организацию и никак не может прийти к нужному результату? Вот что бы ты посоветовал? Каким бы одним словом ты охарактеризовал главный секрет твоего личного успеха? Вот что бы ты сказал? И вот я вам скажу, что я обдумывал это долгое время, и без всякого сомнения скажу вам, главное, единственное слово, оно, конечно, не единственное, не единственный важный момент, но самым главным, самым первым я бы поставил слово «быстро», слово «скорость». Работать надо быстро. Если вы пришли в этот бизнес и хотите преуспеть, работать надо быстро. Если вы давно в этом деле и у вас не получается, начните работать быстро. Что я подразумеваю под этим словом? Весь секрет состоит в том, чтобы новый дистрибьютор, вы это новичок, или ваш партнер, который включился по вашей инициативе только что в бизнес, должен начать действовать быстро. В первые часы своей работы он должен заработать денег, он должен подписать людей, продать что-то, заработать. Короче говоря, он должен увидеть отдачу от этого бизнеса в первые часы своего дела. В самые первые часы. Если вам удастся в первые 10-20 часов, в первые сутки, в первые двое суток заработать денег, если вы увидите результат, если вы увидите, что в вашу команду включаются люди, все. Полдела сделано. Самое трудное, самое труднопонимаемое и труднопреодолимое для новичка – это старт, начало, самая тяжелая работа. Новичку в сетевом бизнесе достается самое-самое тяжелое, в отличие от обычной жизни. На обычной работе сначала все начинают с простого, потом двигаются по карьере, ответственность, объем работы растет. А у нас сразу самое тяжелое. И вот если ты на первоначальном этапе сумеешь получить отдачу, сразу результат, все, ты победил. Почему? Потому что этот результат сделает самое важное. Он укрепит твою веру в то, что это работает, в то, что это дает отдачу. Ты поймешь, что если ты, только-только приступив, уже начал зарабатывать, ты поймешь, что если только-только приступив, у тебя уже растет группа, ты поймешь и поверишь, что если ты только еще ничего не зная и не понимая, уже имеешь 100, 200, 300 долларов, то все, значит, через год, два, три ты просто миллионер, богач. И вот эта вера, вот эта вот радость, вот этот энтузиазм, вот этот вот экстаз от зарабатываемых денег заставляет тебя работать с большей скоростью. И твой бизнес нарастает. И он как снежный ком нарастает, нарастает, нарастает и мгновенно приводит тебя в состояние силы, крепости духа, уверенности в том, что ты на правильном пути. Крайне важно. Крайне важно, крайне важно, крайне важно внушить своим дистрибьюторам и самому себе, что работать надо быстро. Это первейшее, главное понимание. Потому что, обратите внимание, кто больше всех чаще всего подписывает в организациях? Новички. Почему? Потому что некоторые из них, когда входят, они полны, переполнены верой и энтузиазмом. Они поэтому платят деньги, покупая пакет, продукт и так далее. И они переполнены энтузиазмом, если они работают много, быстро,
Быстро это значит много, в единицу времени. Много, 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 много правильных действий. Каких правильных действий? Рассказывать о бизнесе. Очень коротко рассказывать. Зайди на мой сайт, посмотри. Ты просто охренеешь, что там происходит. Я в шоке. Я хочу, чтобы ты зашел. Я не отстану тебя. Зайди, потом поговорим. Но есть люди, которые лентяи. Они вообще ничего не делают. Есть люди, которые трусливые, слабые, вялые, и они не могут решиться начать. Они будут изучать и подкрадываться к этому бизнесу еще годами. И так и пропадут, и будут считать, что это фигня, а не дело. Индустрия наша. А есть люди, которые просто не понимают, что 5 человек, которым они рассказали о бизнесе за первый день, это ничто, это пустота, это ноль, это вообще ноль, это зеро. Вчера меня один спрашивал, говорит, а вот я рассказал там 5 о бизнесе, и из них только 2 более-менее проявили интерес. И все, я разочарован. Понимаешь, ты вообще ничего не сделал, ты просто ничего не сделал. Все умеют готовить, все понимают, что чтобы сварить борщ, нужна определенная какая-то процедура. Но если ты понимаешь это, то почему ты делаешь только 5 разговоров в день? Это примерно то же самое, что ты только кастрюлю достал, сполоснул ее водой и поставил на стол в ожидании готового борща. Ты ни воды не налил, ни мяса туда не положил, ни картошку не почистил, не сделал все необходимые там дальнейшие процедуры. Капуста, там это помидоры, свекла там и так далее, и так далее, и так далее. Хозяйки знают хорошо. Ты просто помыл кастрюлю и ждешь борща. Ты просто поговорил с 5 людьми и разочаровался. Какого хрена тебе ожидать борщ, если ты помыл кастрюлю только? Сполоснул. Вот то же самое. Как ты можешь рассчитывать на бизнес, на какой-то, на результат, на успех, если ты поговорил только с 5? Надо работать быстро, это же бизнес. Нужно посвятить этому время. Не час, не 2, не 3, не 5, не 8. Я пришел к этому пониманию чисто практическим путем. Мои спонсоры рассказывали мне, и я от Марка Хьюза слышал о том, что если ты подпишешь 71-72 часа своего партнера и дистрибьютора и поможешь ему заработать денег и подписать вот в эти первые 3 дня, как можно больше, все, с этим человеком уже практически ничего не надо делать. Ты получил горячего дистрибьютора, который понял, что тема работает, и дальше нужно просто действовать. Это было теоретически, я слышал, но не понимал. Но однажды в бизнесе я проделал это. Я получил в первый день, 54 человека в свою группу. В первый день в бизнесе. Все, это взорвало мой бизнес. Все, мне стало сразу понятно. В первый день я заработал больше $200, я получил 54 партнера в свою организацию, лично подписав там 5 или 6. А под ним еще, и все это в первый день. Мы начали в 8, а закончили в 23. Вот это была работа, вот это была скорость. Через 5 месяцев мой чек уже больше $10,000 был. Все. В этом весь секрет. Нельзя размазывать свой успех, нельзя откладывать на потом. Нужно в первые дни и часы говорить как можно больше простых вещей, приглашать человека на давать ему диск, приглашать на сайт, на какую-то, я не знаю, презентацию. Ну, короче говоря, самому ничего не рассказывать, только приглашать. И вот тут вот слово «заткнись», которое я перед этим говорил вам, очень помогает. Ты ничего не рассказывай, ты просто... естественным образом перевозбужденный рассказываешь о том, каким столкнулся ты с замечательным предложением. Ты еще денег не получил, но тебя это вдохновляет. А когда ты получишь первые деньги в результате такой активности, все, тогда тебя понесло. Первое главное слово – скорость, быстрота. Если вы посвятите этому слову усилия, если вы осознаете это и начнете фактически делать это, много, 10, 20, 30, 40, 50, 100 человек в день оповестить о том, что вы начали этот бизнес. Да с силой, со страстью. Стоит вам начать, и вы увидите, как легко приглашать людей. Желаю вам удачи. Быстро. Самое главное слово.